Для Игоря Галкина шитье – любимое занятие. За швейной машиной он работает уже 10 лет. Раньше подопечные реабилитационного центра здоровья шили халаты, майки и постельное белье. Теперь перешли на стратегически важный товар. Все 25 машин строчат защитные маски. Я знаю, многие организации сейчас, кто шьет что-то, они тоже подключаются, потому что их не хватает в стране. Также и наш центр. За день в этом цехе шьют больше 1000 масок. Половина из них сегодня отправилась в центр социального обслуживания. Там они нужны социальным работникам. Санитарно-эпидемиологическая ситуация требует того, чтобы мы перестроили свою работу. Мы, я считаю, своевременно отреагировали на это. И уже в течение более чем две недели свое производство перестроили на пошив масок марлевых. Всего в числе получателей 15 организаций подведомственных Министерству социально-демографической и семейной политики. Олег Зверев, Константин Головин. События.